אבל משהו משהו ממש שוט очень важ. נכון. יופי. אז כמה אנשים זוכרים זה טוב. אנחנו דיברנו על מעשי אברהם. Итак, мы говорили о делах Авраама. נכון. אבל לא רק זה, אנחנו דיברנו על זה שאברהם החשיב לאלוהים. Мы говорили о том, что Авраам слышал Бога. אברהם אהב את אלוהים. Он любил Бога. והוא עשה מעשים שהוא היה פה בארץ. И он делал здесь как бы поступки, когда он жил здесь на земле. ואחד מהמעשים הכי גדולים שאנחנו הרבה פעמים מדברים על, על מעשי, אחד מהמעשים מדברים עליו, נכון, המעשה? одно из самых важных дел, о которых мы упоминаем при имени Авраам, это... אתם זוכרים שמלכיצדק או מלכיצדק יצא מעיר שלם? Вы помните, что... Как это по-русски? Мелхиседек. Мелхиседек. Он вышел из города Иерусалим. Шалем. Шалем. Еще тогда не был Иерусалим, был только Шалем. Город назывался Шалом. Шалем. Шалем, ну как бы мир. Ло, Шалем. Шалем, как бы полный. Целостный. Целостный. Ве, анахну ло йодим шум давар хуц мима шекатув бе Тора. И мы не знаем ничего, кроме того, что написано в Ветхом Завете. Ми хуая. Кто он был? איך הוא הגיע למצב שהוא הפך לכהן הגדול? Как он стал первосвященником? הסוד, או מיסטריון, כן? מיסטריון ככה. מיסטורין, מיסטורין. הסקרט, как бы. זה לא סתם סקרט, זה כאילו תיינה. תיינה, אוקיי. מיסטורין הכי גדול. самая большая тайна. למה הוא לא יצא משלם? Почему он не вышел из города Шалем? Им хелик шел кевес. С какой-нибудь частью овцы. Урим в эту... Шахахте там? Урим в эту мим, кен. Урим в эту мим. Так и называется. Урим в эту мим. Из Урим в эту мим. У яца ми Шалем. Им дам шел кевес. Мазрия аль Авраам. Он, это типа ты сейчас, окей, это он как... Это как типа бы, я надо переводить. Окей, просто. Он вышел из Шалема. Это типа надо переводить. И с кровью агнца и как бы... Шелькевес. С кровью овцы и как бы разбрызгивал ее на Авраама. Бимкомзе. А вместо этого... У Йоцеми Шалем им лехем веяин. Он выходит из этого города с хлебом и вином. Злома трилутхем. Это как-то вам не мешает? Помню, что наша не карать это. Первый раз, когда я это прочла, они афилу лой ванти это. Я даже это не понял. А варти? Да. Кшеалити ла арец. Когда я приехал в Израиль. Ваитхалти лельмод это носе. И начал изучать эту тему. Питом за кафаца лайк мо лоедема. За я пошут за это мы апеха бе мохшели бе едешели. Это вдруг просто произвело революцию в моем мозгу, в моих знаниях. Это как бы не первосвященник Ветхого Завета. Потому что еще не было Ветхого Завета. Это первосвященник Нового Завета. Который выходит с вином и с хлебом. Ло мизман ани хашавти аль Йосеф. Недавно я думал об Иосифе. И он был, находился в тюрьме с двумя людьми. Один отвечал за вино для царя, а другой за хлеб для царя. И тот, кто был ответственен за вино, спасся. Иваша? Итваша. У Итваша в Паро сам это бемаком шло. И тот, кто был ответственный за вино, он как бы был спасен и был возвращен на свое место служения. Мишаяхрая лехем. А тот, кто был ответственным за хлеб, мет. Он был казнен. В Бехалом, бецем, Ураше, Абасар, Олехем, Ациполим и Кхуто. И как бы в своем сне этот человек, который отвечал за хлеб для царя, он видел, что этот хлеб склевали птицы.
ושם כבר בסיפור יוסף אלוהים מראה שאנחנו נתבשה, כן? נתבשה... ניבשה. איך? ניבשה. ייבשה. ניבשה. 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 שאנחנו ניבשה. И уже там, в истории с Иосифом, пассивные пока... залоги в иврите, это мое самое любимое место. И уже там Господь показывает нам, что мы будем спасены. Шанахну не ваша дерх дам, дерх... Что мы будем спасены посредством крови. Дерх митс хагефен. Посредством плоды лозы виноградной. Посредством плода. Ахрезе, а и тебе галатим... И потом я в Галатах... А и тебе галатим, что... Тора ло мивателет брит им Авраам. Я увидел, что Ветхий Завет не отменяет, то есть Пятикнижие Моисея не отменяет завет с Авраамом. Окей, брит Моше, как это нахон. Брит Моше ло мивателет брит Авраам. Завет Моисея не отменяет завет с Авраамом. Аз мише бе брит Авраам. И тот, кто находился в завете Авраамовом, у эм бней Авраам. Они являются сынами Авраама. А даем. До сегодняшнего дня. В Галатим атем тиру, что Авраам у Ав легоим в гам ле иудим. В Галатах вы увидите, что Авраам он отец и язычников, и евреев, и иудеев. Мишу ула Йошев ахшав умер, ну зеу рой кила, ата алахта ле ядут мешахит йотер мидай амок. Кто-то может сейчас сказать, ну все, ты чересчур глубоко залезаешь в этот мессианский иудаизм. Хевре, зе пашут галатим. Это просто галатам. Беглальше зе ая басафа атика, яшена. Из-за того, что это было написано на древнем иврите, на древнегреческом. Ло-ло-ло. Что было? Русит. Русит атика. Из-за того, что галаты... Мы читаем на древнерусском языке. Анахум же дору им это мессер шам, вишам катув, ше Авраам у Ав лекулам дерех хаэмуна. И там мы не понимаем до конца этого смысла, но там именно написано, что Авраам, он был, он отец веры для всех посредством веры. Гоим ве иудим. И язычников, и евреев. Лама за колька хашу. И почему это так важно? Ки анахну роим ми китве акодеш, шо Аврааму ая иш мамаш гадол лифне Элохим. Потому что мы видим по писаниям, что Авраам был очень большим мужем Божьим. Эйн аф эхад йотер гадол ми Авраам хуц ми Иешуа, камуван. Нет никого более великого, как муж Божий, кроме Иисуса, естественно. Вема катув? И что написано? Ше Авраам... Натан маасер ле Мелкицедек. И написано, что Авраам дал десятину Мелкицедеку. Векатув бейгерет ле еврим. И написано в послании к евреям, что афилу леви, что даже левиты, ло, леви, а даже леви, леви, натан маасер, что у ая от бе Авраам, натан маасер ле Мелкицедек. Дал десятину, еще будучи в чреслах Авраамовых. Замесубах. Это очень сложно. Ми ло мавин ма ани омер ахшав. Кто не понимает того, что я говорю? Окей. Бешвиле шти ани азбир. Я просто помогаю всем остальным честно признаться. Авраам. Итак, Авраам. Хая иш. Был мужем, שנקרא על ידי אלוהים ובא לארץ ישראל. Призванным Богом, и он пришел в Израиль. איפה היה עם ישראל בזמן הזה? Где в этот момент был израильский народ? В его семени. נכון, Авраам היה כביכול הזרע. Он был как раз как бы и тем самым семенем для начинаний. אני אסביר למה לוי. אני צריך קודם להסביר, כן, רגע, אני קודם צריך להסביר למה בכלל אנחנו מדברים על אברהם. אברהם, כל עם ישראל היה עוד באברהם, בזה אתם מסכימים או לא? Итак, вы все понимаете, что весь израильский народ был как бы в чреслах Авраамовых, то есть в его семени. גם יצחק היה בו, אחר כך... И Ицхак был в нем, и все последующие. ויעקב... И Яков, в 12 баним, и 12 сыновей, в 12 шватим, и 12 колен, в אחד מהם היה לוי, נכון? И одно из колен было Леви. איזה תפקיד אלוהים נתן ללוי? Какое תפקיד? ללוות המילה הכי נכונה. תפקיד.
задание? Какое задание? Какое задание было дано левитам? Лиловод. Сопровождать. Сопровождать кого? Лиловод ма о ми. Или что? Йофи, Арона Брит. Да, сопровождать ковчег. Им мишу ахер нагабе Арона Брит. Если кто-то из другого колена касался ковчега, что происходило с ним? Нет. Бедюк. Он умирал, да, этот человек? Аз Элохим натан ле леви тавкид лишарет лифне Элохим бебейт амикдаш о беоэл амуэд. Итак, Бог дал именно Левию тавкид, должность, да, служить в храме и что еще? И в скине. И в скине. Окей. Авал лифне ше леви яца ми Авраам. Но до того, как Левий вообще образовался и вышел из Авраама. Авраам натан маасер ле Мелкицедек. Авраам дал десятину Мелкицедеку. Векатув Мелкицедек бирех эт Авраам. И написано, что Мелкицедек, он благословил Авраама за это. Векатув бетора вебебрит хадаша вебехол китвей кодеш катув ше хакатан митбарех аль ядей айотер гадоль. И написано в Ветхом Завете и в Новом Завете во всем Священном Писании, что больше благословляется, что меньше благословляется больше. Амен, систа. Атем мивиним аль мани мидабер акша? Понимаете, о чем я? Бе Авраам. В Аврааме. Бавам, кол ам Исраэль. Весь израильский народ. Натан маасер леми. Дал десятину кому? Мелкицедек. Ми ая Мелкицедек. Кто он был? Мелкицедек. Анахну. Ая коэн агадоль лэлохим. Он был первосвященник Господу. Атем йодим ма зе омер ли? Вы знаете, что это мне говорит? Шанахну нецтарех улай, ани хашавти, ани митпалел адайн, им анахну нилмад сефер Игерет ли Йоханан, או גלטים, אבל אנחנו כנראה נצטרך ללמוד איגרת לעברים. Я думал, что после проповедей о деньгах будем ли мы изучать послание к Иоанну или к Галатам, но я понял, что, наверное, мы начнем изучать послание к евреям. כי כל מה שאני אמרתי עכשיו, потому что все, что я сейчас сказал, כתוב באיגרת לעברים, написано в послании к евреям. ושם כתוב שבעצם לוי בעצמו נתן מעשר למלכיצדק שהוא היה באברהם. А, точно. Сов-сов! Аллилуйя! И там написано в послании к евреям, что Леви дал десятину первосвященнику, когда еще находился в чреслах Авраамовых. Амен. Аллилуйя. Сов-сов. Ахшав это мы вантим, что они лоб ядут там мешехит, они бетанах, окей? Сейчас вы поняли, что я не нахожусь в каком-нибудь реакционно-миссионерском движении, я нахожусь именно в Писании. За тергум яфе. Бекицур, анахну цехим лавин, что Мелкицедек хая йотер гадоль ми Авраам. Мы должны понять, что Мелкицедек был более великим, чем Авраам. Вагу ая ютер гадоль ми Леви. И был большим, чем Леви даже. А зе омер гам, ше брита хадаша. А это говорит о том, что Новый Завет. Ютер гдола ми кол адварим ахерим. Она больше значит, чем что бы ни было. זה אומר שכהן הגדול שלנו של היום, ישוע, это говорит о том, что наш сегодняшний первосвященник Иисус, הוא יותר גדול מהכל, או מכולם. Он больше всего и всех. אבל יש עוד סוד אחד. Но есть еще одна тайна. מי שמאמין בישוע, тот, кто верит в Иисуса, היום, בעם ישראל. Сегодня в израильском народе. אתם צריכים להבין שאתם, שאבות, אבות של אבות של אבות של אבות שלכם כבר נתנו לו מעשר מתישהו. Что ваши пра-пра-пра-пра-пра отцы когда-то уже дали ему десятину. אז מה הבעיה לתת את זה היום? Так в чем проблема давать это сегодня? אם אנחנו שייכים לעם ישראל. Если мы считаем, что мы принадлежим к израильскому народу. אם אנחנו בני אברהם. Если мы считаем себя детьми Авраама. ואבא שלנו נתן את המעשר לכהן הגדול. И наш праотец дал десятину первосвященнику. אז מה הבעיה לנו לתת מעשר לכהן הגדול שלנו? Так в чем проблема для нас давать десятину для нашего первосвященника? אבל пастор, אני לא רואה אותו. Но я же его не вижу. זה בעיה. Это проблема. אם אתה לא רואה אותו, если ты его не видишь, צריך להתפלל, надо молиться, צריך לדבר, надо говорить,
Потому что он в Писаниях. ובכתובים ובלבבות שלנו. Он в Писаниях и в наших сердцах. אבל עוד יותר טוב מזה. Но лучше всего этого. הוא נמצא על יד אב, אלוהים אב, בשמיים, בימינו, והוא מדבר עבורנו, מתפלל עבורנו. Есть тот факт, что он находится по правую руку от Бога, Отца, и ходатайствует за нас. אני לא יודע אם זה בשבילך סתם אגדה. Я не знаю, если вдруг для тебя это просто сказка, то тогда не о чем говорить. Но если для тебя это реальность, то тогда можно говорить. Если ты до сих пор не знаешь, тебе стоит узнать, потому что Иисус находится перед Богом Отцом для того, чтобы ходатайствовать о нас. И мы посредством им, через Него, посредством имени Его, обращаемся к Отцу. Им Аба Шелану Натан Масер. Если наш отец, праотец дал десятину. Шуф пам, а тата гидак зэв, мао мэ, Аба Шели, уая коммунист, уая бахур тов. О чем ты говоришь? Мой отец был коммунист. Уло, я да, это Элохим, уло, авал уло ганав, уло рак. Он не знал Господа, но никого не убивал, ни у кого не воровал. אם אבא שלך עדיין, אם אתה חושב שאבא שלך עדיין קומוניסט או משהו, если ты до сих пор считаешь, что твой отец именно тот, кто был коммунистом или кем бы там ни было, כדאי לך להקשיב מסר משישי שעבר, то тебе стоит послушать проповедь с прошлого пятницы. אנחנו דיברנו על עץ הזית הקדוש. Мы говорили о святой маслине. שאנחנו מתחברים לעץ הזית הזה דרך אמונה. И мы говорили о том, что мы привились к этой маслине посредством веры. דרך אמונה בישוע ודרך דם שלו. И посредством крови его. אוקיי, אנחנו גם קראנו את שמע ישראל. Мы также прочитали слушай Израиль. Молитву. אני לא יודע איך אתם מרגישים. Я не знаю, как вы чувствуете. אבל אם אתם קוראים את התפילה הזאת לישראלי שנולד פה בארץ, но если вы прочитаете эту молитву израильтянину, который здесь родился, בשבילם זה קדוש, то для них это святая молитва. ומה שכתוב שם זה קדוש. И то, что в этой молитве заключено, это тоже свято. וזה מה שמייחד אותנו. И это то, что нас объединяет. כי עם ישראל. Как израильский народ. כי כתוב שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Потому что написано, слушай Израиль, Бог один есть. אבל גם כן כתוב בפסוק 13. Но также написано в 13 стихе. תעבוד את אלוהיך. Чтобы ты работал для Господа. ואנחנו כבר דיברנו שבתנ"ך יש מקומות שכתוב לשרת, אבל רוב המקומות, איפה שאלוהים מתכוון על שירות לאלוהים, הוא אומר לעבוד, תעבוד את אלוהים שלך. Мы уже говорили о том, о разнице между тем, чтобы служить Богу, и между тем, чтобы работать для Бога. אני שאלתי שאלה פעם שעברה, מה זה אמר לישראלי הרגיל, משבט בנימין למשל, שהיה לו שדה, מה זה אמר לו לעבוד את אלוהים? Что это значит для обычного израильтянина, который обрабатывал поле из колена Беньяминова, работать для Господа? Что это значит? Три раза в год надо было подняться в Иерусалим и принести десятину. Мимашая, михита, мипирот. Из того, что ты производил. Из пшеницы, из фруктов или овощей. Шейгиу, кшеатхилу лиштамеш бекесов, асгамбекесов. И когда начали уже пользоваться деньгами, то нужно было приносить десятину из денег. Ле Исраэли харагиль. Для обычного израильтянина. Авуда ле Элохим. Работать для Господа. Зая לתמוך בבית המקדש. Это значило поддерживать храм. ולתמוך בשירות בבית המקדש. И поддерживать служение в храме. ואיזה שירות היה בבית המקדש? Какое служение было в храме? היו לוויים. Были левии. וכהנים. И коины. וגם להם היו מה? И у них что было? יופי. И у них были семьи. גם להם היו משפחות. ואנחנו דיברנו, אלוהים אמר לשבט לוי. וגם И мы говорили о том, что Бог сказал колену Левия, ата тавод
לאלוהים בבית המקדש, תטפל בו. Ты будешь работать для Господа в храме. והעם יתמוך בך. А народ будет тебя поддерживать. ודיברנו, לוי נפל על הברכיים, אמר, רק לא זה אלוהים, בבקשה. И мы говорили о том, что Леви упал на колени и сказал, только не это Господь, да? למה? Почему? כי העם הזה הם עשו מסכת זהב של עגל במדבר ועזבו אותך במשך 40 יום. Потому что этот народ забыл тебя и сделал золотого тельца и в течение 40 дней вообще не вспоминал про тебя. אם יקרה משהו, אז במשך 40 יום הם ישכחו ולא יהיה לי משכורת, לא יהיה לי אספקה למשפחה. И если что-то вдруг опять случится, то они обо мне забудут, и о тебе забудут, и обо мне забудут, и о том, что они должны содержать мою семью, они точно забудут. Это как-то касается вашего сердца? То, что я сейчас говорю. Это как-то касается вашего сердца? Я знаю, что мы выйдем из хевра, что мы никогда не хашавну. Лама я צריך לשלם משכורת למשרת אלוהים? Я понимаю, что мы вышли из общества, где мы никогда не думали, что мы должны платить зарплату какому-то служителю для Господа. Нахну хашавну, ал коль давар лак хуц мизе. Ну мы обо всем, наверное, думали, кроме этого, да? לשלם משכורת לבן אדם שכל יום שישי יוצא, אני לא מדבר עכשיו על משכורת שלי, אוקיי? אני אומר כללי. Я сейчас не говорю о зарплате для себя, я говорю вообще в принципе. Бен адам шиюце коль шиши лебама. Каждый вечер человек выходит в пятницу на сцену. Бен адам шиюце иуцим. Который или делает консультации. Митпалел авор анашим. Или молится за людей. Мивакер. И навещает их. Ма, магило маскорат? Ему что, нужна зарплата? Мау. Памба шавуа? Он раз в неделю всего лишь. Гамания холькаха. Я тоже так могу. Лацет в лесопер по сипурим. Сипурей савка. Выйти раз в неделю и рассказать какие-нибудь рассказы Бабы Розы. Сипурей савта Баба Роза, окей. Так шиву. Подумайте. יגיע יום. Придет день. שאנחנו נצטרך לשלם משכורת לאנשים שעובדים בקהילה שלנו. Когда мы должны будем платить зарплату для людей, которые будут работать именно для поддержания этого здания, общины и так далее. אתם יודעים מה קורה בדרך כלל בקהילות דוברי רוסית? Вы знаете, что обычно случается в церквях, где есть в церквях русскоговорящих? У לא יגיד לי מה לעשות, כי אני משלם לו משכורת. Он не будет мне говорить, что делать, потому что я ему плачу зарплату. כן. אחד מהלוויים יוצא מבית המקדש, כתוב דרך אגב שהם היו צריכים ללמד את התורה לעם ישראל. ללמד את התורה לעם ישראל. תורה. אוקיי. То есть, представьте себе Левия, который выходит из храма, и написано, кстати, что он был обязан обучать закону израильский народ. הוא יוצא מבית המקדש, פתאום הוא רואה שאנשים משתחווים לפני פסלים. И видит, что люди, допустим, поклоняются каким-то статуям. והוא אומר, אסור, אלוהים שלנו אמר לנו לא לעשות את זה, הנה מצווה השנייה. И он говорит, не-не-не-не-не, то, что вы делаете, нельзя. Наш Бог сказал, что мы не можем это делать, это вторая заповедь. לך מפה זבל, אנחנו משלמים לך משכורת, אנחנו לא רוצים לראות אותך פה. Уйди отсюда. Нехороший человек, мы тебе платим зарплату, не хотим тебя видеть здесь. А это, к сожалению, то, что происходит в русскоговорящих церквях. Кен, гамбарец. Они мишалем леха? Если я тебе плачу, то ты мне не говоришь, что делать. Баруха шем шел, афахадло мишалем. Спасибо, что мне не платят зарплату. אבל יגיע יום. Но придет день. אנחנו נגדל. Когда мы вырастем. ואנחנו נשלם. И мы будем платить. ומה אנחנו נעשה? И что мы будем говорить? כל הכבוד, לאן למד את הלקח. לך לך לארצך, כן? לך תחפש את החברים שלך. אתם יודעים עד כמה בן אדם צריך להיות קנה? קנה, קנה. לא, לא, humble, כאילו... קנה. קנוע. קנוע. ענב, אוקיי, שלי ענב. מצאנו מילה, תודה לאל. Да, вы знаете, עד כמה צריך, בן אדם צריך להיות ענב? До какой степени человек должен быть смиренным?
Когда он, да, будет давать деньги для того, чтобы обеспечивать какого-то служителя в церкви, и также быть способным получать критику от этого человека, если вдруг понадобится. Сегодня, пока, мы находимся на том уровне, на котором находимся. Матайши нагия. Ну, когда-нибудь. Манасе. Что мы будем делать? Иманахну насе изышу бикорот. Иманахну насе изышу миш... Мала, мани шухеха там или моем, ну? Мишмат. Иманахну насе мишмат ле бенадам бекиила. Если мы вдруг будем вынуждены кого-то, ну, кому-то сказать, что он не прав, или более того, дисциплинировать кого-то. Знаете, что обычно делается? Обычно все, я выхожу из этой группы в WhatsApp, из этой группы в WhatsApp, с вами не общаюсь, с этими не общаюсь, и вообще не хочу вас всех видеть. Да, по телевизору в черно-белому причем. Это то, что обычно происходит. В Майкре... А что произойдет? Им бенадама зе гам идашу мишалем ли, лемашаль, маскорот. А что ж произойдет с человеком, который вдруг узнает, что он мне, допустим, платит зарплату? О, ма они цех ласот. О, мама мия, мишалмим ли маскорот, им они асе бикорот, они шер бли маскорот. Или что, вдруг я оказываюсь в ситуации, когда я начну думать, боже, что ж мне делать? Дисциплинировать, не дисциплинировать, потому что если я вдруг сейчас решу дисциплинировать, так я же останусь без зарплаты. У-у. У-у. О-о! Яфе. Все, Леша. А мафтех? А ключ? Гаматем. Вы. Гамани. И я. Цехим ладат, ше анахну осим это рацион шел Элохим. Вы должны знать, что мы исполняем волю Божью. Анахну анашим ше цехим ладат. Анахну осим это рационо. Мы люди, которые должны знать, мы исполняем его волю. Взло хашув мау мрим ле бекиила. И поэтому не важно, что мне говорят. Гам ани цех ладат. И я тоже это должен знать. Ани осе эт рацоно афилу. Я буду исполнять его волю, даже если. Афилу им мишалмим ле маскорот бекиила. Даже если мне платят. Афилу им мишалмим ле маскорот бекиила. Ани бехоль зот осе эт рацоно. Даже если мне платят зарплату в церкви, я исполняю его волю. А даже если не платят, тоже исполняю. Ке? Нахон. Да. А поэнта, что они ехали шер бли маскорот. Проблема в том, что я могу остаться без зарплаты, если вдруг я завишу от людей в церкви зарплаты. Они ехали от талуи бы нашим бы киила. Я не могу быть, я не могу чувствовать. Спасибо, брат, я знаю, что ты будешь кормить. Да, Катя будет кормить. По крайней мере, раз в неделю я буду накормленным. Окей. И тогда мы пойдем по домам, будем там как бы... То есть, если вдруг нам не будут дарвать зарплату, то мы пойдем по домам, да? По крайней мере, питаться. Не, по рукам не пойдем. Окей. Азмазы маасер. Так что ж такое десятина? Маасер зе авуда ле Элохим. Десятина является работой для Господа. ואני סמך שתרגם работа במקום служение. И я рад, что он рад, что я перевела работа вместо служения слово. Замвиона отану гамле район, שאנחנו עובדים בעבודה שלנו. И это приводит нас к пониманию, что там, где мы работаем, אז בדרך כלל אנחנו גם עובדים בשביל אדון. Это то же самое, чтобы работать для Господа. אפילו ברית החדשה אומרת לנו, אם אנחנו עושים משהו או עובדים, אנחנו עובדים כאילו בשביל אדון. И Новый Завет напоминает нам, что бы вы ни делаете, не делали, делайте как для Господа, да? כמובן, אחריות. Понятно, ответственность. כמובן, יושר. Понятно, честность. כל מיני דברים, אבל גם כן. Все положительные вещи, но также. אנחנו עובדים בשביל לתמוך. Мы работаем для того, чтобы поддерживать Божью работу в этой стране.
אוהבים את זה או לא? נראה вам это или не нравится? אבל אלוהים סומך עליכם. Но Бог вам доверяет. וכשהוא אמר שהוא יבנה את הקהילה, и когда он сказал, что я создам церковь, הוא גם התכוון לזה, он также имел в виду, שאנחנו נתמוך וגם נתרום וגם ניתן מעשר לתמוך את הקהילה או להחזיק את הקהילה. Он подразумевал, что мы будем поддерживать, мы будем финансово обеспечивать, мы будем делать все возможное для того, чтобы поддержать им созданную церковь. У меня трое часов, там, здесь и здесь. דבר שני. Второе. מעשר הוא בעצם קיים בשביל להגן את העסקים שלנו. Десятина в сущности существует для того, чтобы защищать наши же интересы. Ло-ло. Наши, עסקים, наши бизнесы. עבודות. Наши работы. הכל מה שאנחנו עושים בשביל כסף. Все то, чем мы занимаемся для того, чтобы в сущности зарабатывать деньги. אני רוצה להחזב אתכם קצת. Я хочу вас немножко разочаровать. אלו שיצאו מקהילות איפה שבישרו כל הזמן על מעשר, כל... Для тех из вас, кто вышел из церквей, где все время учили о десятине, כל יום ראשון, כל יום שבת, каждое воскресенье или каждую субботу, לימדו אותנו כל הזמן שאם אנחנו נתרום כסף, нас учили, что если мы будем жертвовать деньги, אז הכסף יחזרו עלינו פי 30, פי 60 ופי 100. То деньги к нам вернутся в 30, 60 и 100 крат больше. אני מצטער, חבר'ה, זה שקר. Я сожалею, но это ложь. בשום מקום בברית החדשה או בתנ"ך לא כתוב את זה. Ни в одном месте, ни в Ветхом Завете, ни в Новом не написано это. О-о. זה לא כתוב. Это не написано. כתוב על 30, 60 ו-100. Написано 30, 60 и 100 крат больше. במשלים של ישוע, שהוא אומר על דבר אלוהים. В притчах, в посланиях Иисуса, где он говорит о Слове Божьем. В притчах, ты правильно сказал. В притчах Иисуса, где он говорит о Слове Божьем. זה בדיוק כתוב במשלי ישוע, איפה שהוא אומר, הזורע יצא לזרוע את הזרע. Это как раз написано в той притче Иисуса, где он рассказывает о сеятеле, который вышел сеять. וכשהוא מסביר את המשמעות של משל הזה לתלמידיו, и когда он объясняет эту притчу своим ученикам, הוא אומר, он говорит, הזורע זה בן אלוהים שיוצא לזרוע דבר אלוהים. А что сеятель это сын Божий, который выходит сеять слово. האם כתוב על עסקים בברית החדשה? Написано ли о бизнесах в Новом Завете? כן. Да. האם ישוע לימד על כסף בברית החדשה? Учил ли Иисус о деньгах в Новом Завете? כן. Да. אם הוא לימד על להשקיע כסף בברית החדשה? Говорил ли он о том, чтобы вкладывать, как это сказать, инвестировать деньги? כן, זה כן, כן, כן. Да, да, да. אבל האחוז הכי גבוה, но самый большой процент, כשישוע לימד, о чем Иисус учил, הוא אמר שזה מאחד יצא עשר. Он говорил, что из одного вышло 10. זה בעצם מינה, אני לא יודע אפילו מה זה, כמה זה כאילו בשקלים. Я не знаю, это мина называется в Библии, я не знаю, сколько это в деньгах, какая мера денег это была на тот момент. הוא כן לימד שאתה צריך להיות נאמן עם כסף. Он да учил о том, что ты должен быть очень ответственен с деньгами, честен. והוא כן לימד שאנחנו צריכים להשקיע. И он да говорил о том, что мы должны инвестировать. ואנחנו עושים את זה בשביל אדון שלנו גם כן. И мы делаем это для Господа. אבל הוא אף פעם לא לימד שזה יהיה 30, 60 ו-100. Но он никогда не учил о том, что это будет 30, 60 и 100 крат больше. הוא דיבר את המספרים האלו, הוא דיבר, קשר את זה לדבר אלוהים. Эти цифры, эти проценты он относил к Слову Божьему. בבקשה, אל תחשבו שמלכות השמיים זה כספומט או שדה של מפגרים. Не подумайте, что, пожалуйста, что Царство Божие это каспомат или поле дураков из сказки Буратино. Бедюк, Пиноккио. אני מצטער, חבר'ה. Мне очень жаль, дорогие. המוטיבציה היחידה והנכונה בשבילנו להשקיע כסף למלכות השמיים. Единственная мотивация для нас, для инвестирования денег в Царство Божие. המוטיבציה באמת אמיתית. Действительно истинная мотивация, שבעצם הדבר אלוהים תומך בה,
которое поддерживает Слово Божье, זה לעבוד את אלוהים, заключается в том, чтобы работать для Господа ולתמוך בעבודה שלו פה בארץ. И для того, чтобы поддерживать Его работу здесь, в стране. האם אלוהים מבטיח שהוא יברך את זה? Обещает ли Бог, что это Он благословит? Амен ואמן. Амен и амен. האם אלוהים מבטיח שהוא לא יכפיל, שהוא... אוי, מאמא מיה. ישמור את העסקים שלנו מאויבים. Обещает ли Бог хранить наши бизнесы, наши работы, все то, что приносит нам доход от врага? Амен ואמן. Амен и амен. אבל הוא אף פעם לא מבטיח 30, 60 ו-100 פעמים להשפיל או... לא להשפיל, להכפיל. להכפיל או להרבה? להרבות. להכפיל או להרבות. Okay. Но он ни разу не обещает, что в 30, 60 или в 100 крат он увеличит наши доходы. Мы не знаем. Шаману коль мене лимудим. Мы слышали различные учения. Анахну дебану легабезе. И об этом мы тоже говорили. Бемединот эфеша калькала яцива. В странах, где экономика стабильная. Бемединот эфеша калькала мод муфтахат. Да. Ло муфтахат? Да. Мифутахат, слыха. В странах, где экономика развита. Аклалим, а финансим эм ксат ахирим. Законы финансовые, они другие. Бемединот эфеше экономика ло яцива. А в странах, где экономика, она нестабильна. Аклалим гам ахирим. Другие правила. ואנחנו לא יכולים להשקיע כסף במדינות איפה שגונבים. И мы не можем вкладывать деньги в странах, где воруют. Это очень мисукан, или это даже опасно, как бы. О, есть инфляция. Или есть инфляция постоянная. שאוכלת את הכסף כל הזמן. Которая съедает эти деньги. אני לא מתכוון ללמד על זה עכשיו. Я не собираюсь об этом учить сейчас. אני פשוט גיליתי לעצמי. Я просто обнаружил сам для себя. המוטיבציה היחידה ונכונה. Что единственной правильной мотивацией для того, чтобы вкладывать наши деньги в Царство Божье, для того, чтобы работать для Господа, и для того, чтобы сохранять наши семьи, наши бизнесы, наши доходы, и третья мотивация — לתמוך במשרתי אלוהים, это поддерживать служителей Божьих и поддерживать это поддерживать их семьи, поддерживать этих служителей и их семьи. И четвертое, и на этом я заканчиваю сегодня. Это продвигать работу Божью здесь, в стране. Мы говорили об этом. Мы вкладываем. И только Бог знает, как Он нас благословит за это. Мы не можем говорить Богу, как это должно быть. Мы не можем говорить Богу, как это должно выглядеть. Только Он знает, как благословить человека, который вкладывает в Его Царство. Но если мы это делаем, то мы можем ожидать, что Он да благословит. В следующий раз мы посмотрим на места Писания в Ветхом Завете, которые поддерживают все то, о чем я сейчас сказал. У нас просто сейчас нет времени. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Умивурехет. И благословенного шаббата. Кху это лехи шель бен адам шель ядха. Вот пам. Вот асэлю мотек шели титорер. Мессер нигмар. И вот так вот сделать. Азман лишь тот кафе. И закончилось время проповеди. Пришло время пить кофе. Шаббат шалом лекулам. Шаббат шалом к всем.